дежавю после очередного победного дубля «Мерседеса». Об итогах Гран-при Италии в рубрике «Скорость». Неудачный старт не помешал Льюису Хэмилтону праздновать в Монце шестую победу в нынешнем сезоне. Уйдя на дистанцию с полпозиции, в первый поворот британский гонщик вошел лишь четвертым. Чтобы вернуться в лидеры, Хэмилтону понадобилось 27 кругов и грубая ошибка партнера по команде Нико Росберга. Немецкий пилот занял второе место, замкнул первую тройку бразилец Филиппе Масса из Уильямса, который впервые с мая прошлого года поднялся на подиум. Надежды болельщиков «Феррари» на домашнем этапе обернулись слезами, когда с дистанции из-за механических проблем сошел Фернандо Алонсо. Пятое место на этапе занял Даниэль Рикардо, который может распрощаться со всеми мечтами о чемпионском звании. В Кубке конструкторов Уильямс вытеснил «Феррари» из первой тройки. На сегодня это все. В нашей следующей программе «Гран-при Сан-Марино» в MotoGP. Перемирие на востоке Украины остается хрупким. Обе стороны сообщают о нарушениях. Несколько дней слышна артиллерийская стрельба на восточной окраине Мариуполя. В субботу вечером один из снарядов попал в бензоколонку. Украинская сторона утверждает, что сепаратисты продолжают обстреливать Донецкий аэропорт, поэтому пострадал соседний поселок Спартак. Лидеры повстанцев говорят, что поселок обстреляли из минометов украинские войска. Международная правозащитная организация Amnesty International также винит всех участников конфликта. Салил Шетти, генеральный секретарь организации, представил в Киеве доклад, где приводится свидетельство очевидцев как об обстрелах жилых районов со стороны украинской армии, так и о похищениях и убийствах мирных жителей сепаратистами. Мы получаем сообщения о различных типах нарушений, а также о беспорядочных обстрелах. Все такие факты необходимо расследовать, к чему мы и призываем. Ведь в ситуации, когда идет война, конфликт, нельзя быть полностью в чем-то уверенным. Из всего, что мы видели, мы можем быть точно уверены только в том, что на данный момент обе стороны можно обвинить в военных преступлениях. Россию генсек обвинил в превращении внутреннего конфликта в межгосударственный. В докладе содержатся спутниковые снимки, на которых, как считается, зафиксирована российская бронетехника на украинской территории. Москва отрицает как прямое участие в конфликте, так и помощь сепаратистам Донбасса. Сотни иракских курдов пришли на похороны своих соотечественников, бойцов пешмерги, погибших в боях с боевиками Исламского государства. На фоне непрекращающегося противостояния иностранные государства призывают и обещают усилить военную помощь пешмерге и Багдаду. Так, американская авиация не прекращает налеты на позиции боевиков. Только в воскресенье самолеты нанесли 4 удара в районе плотины Хадитан реки Евфрат. Президент США Барак Обама в среду должен обнародовать свой план действий против джихадистов, который не предусматривает, однако, вмешательство американских сухопутных войск. А глава Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби в воскресенье призвал страны-члены этой организации изыскать средства и политическую решимость для борьбы с Исламским государством. В Йемене не прекращаются протесты и беспорядки. В столице страны Санне шиитские мятежники, хууситы и антиправительственные активисты вновь вступили в столкновение с полицией. Демонстранты перекрыли главную дорогу, ведущую к международному аэропорту. Силы безопасности Йемена для разгона манифестантов применили водометы и слезоточивый газ. Участники акции забрасывали стражей порядка камнями. По данным медиков, по меньшей мере один человек погиб, десятки пострадали. Демонстранты выступают против сокращения дотаций на нефтепродукты и требуют отставки правительства. Антиправительственные акции начались в середине августа. Несмотря на попытки властей урегулировать ситуацию, протестующие продолжают выходить на улицы, требуя восстановить субсидии в полном объеме. В Париже парадом отметили столетний юбилей марнского такси. В сентябре 2014 года в ходе битвы на Марне на одном из участков фронта германцы практически разгромили французов и угрожали Парижу. Подкрепления не успевали закрыть прорыв, тогда солдат посадили на парижские таксомоторы, что и спасло положение.
Новичкам всегда везет. Британец Джон Стоунер едва начал увлекаться поиском сокровищ, как тут же обрел мировую известность, найдя на картофельном поле серебряную трехпенсовую монету 1652 года чеканки. Эксперты называют находку редчайшей. Монету уже выставили на аукцион со стартовой ценой в 1 200 000 евро. В Нью-Йорке состоялись похороны тележурналистки, ведущей и комика Джоан Риверс. Траурная церемония собрала множество звезд сцены и экрана. Риверс скончалась 4 сентября на 81-м году жизни. В США она была еще с 60-х годов широко известна своими выступлениями в различных шоу. Поражение Португалии и победа Германии. Стартовал квалификационный отбор к Евро-2016. Подробнее об этом в нашей спортивной рубрике. Разрушая стены молчания, преодолевая невидимые препятствия, активистки из общественной ассоциации «Бабочки» приходят на помощь женщинам из афроколумбийской общины, ставшими жертвами насилия в Буэнавентура, самом опасном городе Колумбии. Смотрите на этой неделе в программе «Репортер». Built for institutional investors. The world available on one platform. Your trading room backed with technology and execution anywhere, anytime. When you rely on your trading platform to deliver the world, you need Optim from ADS Securities. ADS Securities, a new force in global trading. С домашнего поражения начала европейскую отборочную кампанию сборная Португалии. Без травмированного Криштиану Роналду подопечные Паулу Бенту проиграли у себя дома Албании 0-1. Будущее в команде Бенту остается под вопросом. В этой же группе и Дания победила на своем поле Армению со счетом 2-1, уступая по ходу матча. Томас Мюллер забил 2 гола за сборную Германии и помог действующим чемпионам мира начать квалификационный путь во Францию с победы. В Дортмунде немецкая «Маншафт» не без проблем сломила сопротивление Шотландии 2-1. Сборная Гибралтара в своем первом официальном матче была разгромлена Польшей 0-7. Грузия дома уступила Ирландии. И, наконец, в группе F все матчи завершились победами гостей Северной Ирландии, Финляндии и Румынии. Американка Сирена Уильямс в 6-й раз выиграла открытый чемпионат США по теннису. В финальном матче в воскресенье в Нью-Йорке она обыграла датчанку Каролин Возняцки 6-3, 6-3. Теперь в активе у Сирены 18 побед в турнирах большого шлема в одиночном разряде. Так что она повторила достижение чешской теннисистки Мартины Навратиловой. Легендарный подъем Лагос де Ковадонга венчал 15-й этап Вольты. И именно здесь развернулась битва за лидирующие места в общем зачете этой испанской супермногодневки. Основных игроков было четверо, однако британец Кристофер Фрум из команды Sky больше защищался и проиграл основным соперникам драгоценные секунды. А вот Хаким Родригес, Альберто Контадор и Алехандро Валверде друг друга далеко не отпускали. Взвинтив темп и по очереди атакуя, они догнали всех ушедших ранее в отрыв соперников, кроме поляка Пшемыслова, немеца из велогруппы «Лямпре», который и стал победителем этапа. На самом финише Валверде и Родригес отцепили Контадора и заняли второе и третье места соответственно. Контадор проиграл им 5 секунд, Фрум – 12. Победитель этапа немец выиграл его с запасом всего 5 секунд. Для польского гонщика это первый успех на велогонках такого уровня, а для его команды «Лямпре» – вторая этапная победа на нынешней Вольте. Этап с горным финишем не сильно поменял расстановку сил в верхней части генеральной классификации. Контадор сохраняет на своих плечах красную майку. Хоаким Родригес догнал Кристофера Фрума. Победой американского гольфиста Дэвида Липски завершился турнир Европейского тура в швейцарском местечке Кран-сюр-Сьер. Финальный раунд Липски прошел на 5 ударов лучше пара, сумев догнать субботнего лидера англичанина Грэма Сторма. Оба гольфиста завершили поле суммарной картой минус 18 и продолжили выяснять отношения в плей-офф.
Плей-офф завершился на первой же экстралунке, когда Сторм не попал в вот этот пад для пара. Липски оставалось не промахнуться с минимального расстояния. Для американского гольфиста это первая победа в Европе. Автором удара дня стал француз Роман Ватель, сделавший хол-ин-ван на той же 11-й лунке, что и Грэм Сторм днем ранее. Однако спортивный BMW в награду за этот эйс ему уже не достался. Горный трейлинг, параглайдинг, маунтинбайкинг и сплав на байдарках – это этапы одной из самых сложных эстафет планеты, которая прошла в 27-й раз в Доломитовых Альпах. Ее лучшие моменты в завершении нашего спортивного выпуска. Добро пожаловать в минуту Роликса на Euronews. Новозеландец Эндрю Николсон в третий раз подряд выиграл престижный турнир по конному троеборью в Бёргли. Николсон вышел в лидеры по итогам двух первых видов программы «Выездки и кросс-кантри» и на дистанцию конкура вышел с запасом прочности в два сбитых препятствия. Новозеландский наездник в итоге не сбил ни одного и праздновал победу с суммой баллов 48,1. Безошибочный проход дистанции конкура поднял с четвертого на итоговое второе место еще одного представителя Новой Зеландии Джонатана Паджета. Австралиец Сэм Гриффит сбил в последнем виде программы два препятствия и опустился со второго на третье место. Эту минуту вам представил Rolex. Чача, 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 чача